Закончилась первая попытка, подождем для нас двух женщин, и вторую попытку открывает Наталья Кузуркина. Поступающая за фотографию университет. Ты же больной уже, простыл же. Да, лежи, не чей. Завтра вас опять какой-то не Ну вот также хочется отметить, что для спортсменки, которые сейчас выступают, Наталья Кузуркина, известная многоборка, Юлия Сахатская, также многоборка, они будут выступать в финале бега на 100 метров с барьерами, сегодня который состоится в 18:50. Это...
Теперь, дорогие друзья, все внимание, сектор метания диска. Представляем вам участниц финала «Женщины». За команду Ульяновского государственного педагогического университета имени Ульянова Мария Лобанова.